Всем привет, дорогие друзья! С вами Венбро, и со мной мой дружбанчик. Поздоровайся, Алиса Бро. Всем привет, ребята. Вот, и сегодня мы будем играть в прятки. Прятки в нашем любимом городке жителей номер 11. Сейчас, короче, мы будем играть в прятки с Так, моим другом. прятки. Короче, смотри, объясняю правила, иди Ой, ты сюда. что, сегодня пойти так поменял? Да, я синий свой потерял, короче, пришлось себе пойти на базар купить зеленый бот. Мне что-то вылили на голову. Короче, просто нас багнутые скины, вот и все. Сегодня получились. Да-да-да, правильно, надо заходить в туалет и Что поспить. там за туалетом? Это пасхально, это в туалет. Вот сам где надо первым чем вытереш своими ногами. Вот так. Так написано в туалете. Ну ладно, можем считать сарай номер один. О, пойду в сарай номер один. Ну лучше в туалете, потому что здесь подряд. Звездочка! Потому что здесь подрядывать можно. Сарай Ладно, номер пошли. один. Пиксель! Палим своего начальника ролика. Ну, конечно. Короче, текает меня. Ага, хорошо. А, ты уже не наградуешь. Ховаться будет, а вот, собственно. Так, короче, договариваемся, что в больших домах не ховаемся, там их искать буду, да? А, и метро тоже не ховаемся. Забыл. А то правда не рассказал, уже идем ховаться. Так, где же заховаться? Идем заховаться. Буду кричать, если ты там заховаешься, там где прошлый раз. Там, где я прошлый раз. Ну, я даже не знаю. Вот. Если что, друзья, это город. Маленький-маленький войска. ОК. Войска. Войска. А если тут честно сказать, то это мы и есть. Это плагиат. О, это обычный А, да, кстати, можешь искать. Правда? Да. Ты на шифт сел? На шифт сел. Пиксель! Пиксель! Пойдем в сарай номер один, здесь, конечно же, никого нету. Пойдем в сарай номер два. Зато рядом проверь, мало ли, тут кто-то сломался. Может быть, там кто-то не сломался. Да не, проверял уже. Я мне долгое медаль не стоит тебя. Ожидание меня. Ожидайте. Вот. Самый настоящий плагиат. Не, ну что, надо как-то подписчиков просмотров заработать. Надо. Надо. Ой, ну не хотите, не ставьте лайки, ладно, подумаешь, не ставьте. Ну, даже не как-то лайки выпросить. Обязательно, если мы заработаем 1000 подписчиков, то потом этот плагиат удаляем, чтобы не портить себе канал. Потому что пока уж простите за плагиат, не ставьте, пожалуйста, не ставьте дизлайки. Ну, ставьте дизлайки, дизлайки тоже любим. Дизлайки тоже продвигают канал. Дизлайки тоже любим. Но лучше не ставьте, это отдельно. Я не люблю дизлайки. Мне надо что-то так бомбить. Бомбить тебя. Бомбить. Зачем, собственно, смотреть видео, если тебе оно не нравится? Короче, ладно, пожалуйста, не ставьте дизлайки, ставьте лайки, вот, как говорится, мы стараемся для вас. Скачали багнутые скины Евгена Бро и Алисы Бро, возродили легенду, как говорится, двух чуваков, которые поссорились, я не знаю. На него уже снимали, когда там есть, вот. Когда халява лейкум, а здесь не выпущи, ну ба. Можно, пожалуйста, побыстрее меня искать? Нет. Так, вот эти деревенский домик, бомжа, тысячу. О, привет, Петр. Петр, а Сетр. Не, просто ну, на самом деле он другого цвета, ну и ладно. Я вижу, что на вокзале куча людей. Полюс. Сказал, что я на... О, пиксель! 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 Ура, наконец-то меня нашли, на меня наконец-то нашли. Пиксель! А, например, в пиццерии там, типа, такого, можно прятаться? Смотри, в двухэтажных можно, а вот в трехэтажных, типа, вот, трехэтажный. Больше.
нельзя. Вон там, короче, большие дома у метро нельзя, потому что здоровая тоже не найдешь. В нем уже забудется, у него такие тоннели, что ой-ой-ой. А, в портал нельзя заходить. Точно. А так, в принципе, там всех остальных местах можно. Что, давай, вот здесь. Вот давай там прям вниз. Все, пошел. Пикси! Не подглядывайте, люди. Глядывайте. Да не подглядывайте, я буду туалет ремонтировать. Ты кое-кто, кстати, поломал. Кое-кто. Да. Я беру место за листа у любичка. Умничка, боже мой. Ты хоть даже не можешь, да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все, можешь идти искать. Все, выходим на поиски. Как весело, весело. Прятки меня нагроили сюда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Зачем прыгала такая бэдж выпить там полвидео? Я знаю. Так, ну что? Если... Проверь, давайте сначала в хате проверим. Ну, думаю, ты... Я думал, ты удобно мне будешь искать. Я не жилась, не копалась. Справилась по правилам в двухэтажном доме. Спалилась, да? Да. Ну ладно. И зачем она мне? Окей, сюда. Нет, здесь никого нет. Потому что я знаю, потому что я знаю это место. Не знаю это место. Вот, это потайное место, но это пиццерия может подвальчики сломаться. Очень хорошее место, кстати. И когда-то со своим другом играл, ну не с Полинкой маленькой, и там, дедушка, я это все не описал. Вот, вот. С другим другом, вот. Был у меня там один друг, короче, и сейчас он есть, но мы с ним уже давно, кстати, не общались. Если что, привет, я передаю, Александр. Я просто Саша, короче, с ним играли, вот. Вот, и, короче, я с него, от него в подвале там совался, мне, короче, искал, короче, так и не нашел. Вот, сейчас я как дурак летаю по деревне и не могу тебя никак найти, так. Да, ищи, там далеко я там спрятался. Ну, ты спалилась, что ты в двухэтажном доме, поэтому я сначала прочекаю двухэтажные дома. Ладно, значит, возможно, прихолайся. Да нет, я в одном доме. Прихолаться нельзя, спалилась, тоже все твои проблемы. Я тебе, конечно, потом подам сигналы. Ну, это не будет... Не сейчас. Ну, реально, это будет сейчас. Даже возьмем сигналы. Сигналы? Ну, тут есть еще один двухэтажный дом такой, на который можно не подумать. Я знаю, есть еще завод. Кстати, надо к нубу сходить, он тоже типа двухэтажный дом. О! Привет! А что с тобой не так? По-моему, чем-то будет. А, да, это был скелет, там все, я тебя не нашел, да, конечно. Сидя такой, я хитаю за ссылку сейчас. Ну, пожизненно. Какие веселые прятки были. Конечно! Что, всем пока? Так, дорогие друзья. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Серьезно? Колокольчик дым-дым-дым. И вопросик дня. Что, это за серьезно? Еще пока просто рано. Ну не знаю, что нам же делать. Еще один, что ли, прятки сваться, ну... Давай, блин. Давайте спрячем Петровну, а потом того человека будет ее искать. И сними эту страшную штуку со своей головы. Да хорошая штука, что мне тебе не нравится? Ну, возьми такой дыру. Почему за здесь снимали его зрели? Из-за этого квадратики. Не знаю. Короче, багнутые скины... Я буду сейчас. Багнутые скины, они и в Африке багнутые скины, ясно. Короче, здесь. Все нормально, все пожизненно. Прикинь бы, что-то и там схавался вот такой здесь, вот такой. Ну да. А я в Африке. Меня тяжело найти. Кто-нибудь найдет меня? Вот давайте, поставьте лайк, и меня никто не найдет. Ого. Значит, нам никто лайк не ставит. Все печально. Все очень плохо. Сейчас заиграю другая мелодика. Нет, другая. О, привет. Трин. А, давай. А давай сейчас с тобой разлетимся где-нибудь, схаваемся и... Виктор Банкот. Банкот.
код. Банкомат называется. Виктор банкомат. Банкомат. Я думала, что Рома долбоёб. Ладно, пошли! Давай сейчас разойдемся с тобой, схваримся в абсолютно разных местах. И будем пытаться как-то... Что-то такое придумать. Будем как-то пытаться это место описать, но... Так, чтобы минимально. Вот. И потом, короче, надо будет догадаться, короче, где кто из нас схавался. Я думаю, если я начну описывать, то ты сразу узнаешь, где. Да? О, найди меня сейчас, прямо сейчас. Если, конечно, не рядом. Мне сейчас тебя искать? Найди меня сейчас. Я уже как бы в своём месте спрятался, ладно, потом вернусь. Месту. Возможно, сейчас ты хавался в таком месте, не знаю, найдешь меня сразу или нет. Так, сейчас сразу летим. Но, если что, место видное. Привет. Салям алейкум. Хим-хим. Теперь ты так схавался на видном месте, я тебя найду. На этом месте туда улети куда-нибудь, а я полечу куда-нибудь. Салам алейкум. Ай, блин, 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 блин. А мазать его. Хорошее место, мне очень нравится. Если я начну его писать, то ты сразу догадаешься. Это вокзал. Ну что, сразу надо на видном месте. Видное место. Это рай для жителя. Это огород? Я вижу. Ты же не знал, что рай для жителя это огород? Смотри, хочешь, я тебе покажу еще и рай для жителя? Встань. Смотри на меня. Сейчас у тебя будет рай для жителя, подожди. Минутку. Сейчас надо найти этот сначала, потому что нубик изумрудик. Я не могу его найти. Что ты ищешь? Упалку изумрудики? Кошечку? О, я нашел рай для жителя. Чувак! Она упал срать. Он сам не помню, что я тебя дрыгаю, что я не запиваю. Спасибо. Хотя не против бы быть. Ладно, короче, все, это видео у нас. А садись сюда, вот садись вот сюда. Сюда? Да. На крышу. Да. О, хорошая площадка для того, чтобы кататься на велосипеде. Я думаю, это посадочная полоса для выхолби его. А на дороге, друзья, с вами был Ян Бро и Алиса Бро. Хорошо было, очень весело, ха-ха-ха. У меня есть целая куча изумрудика в Марзен Ильич. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вот. Не выключайте это видео, потому что тут есть куча новых видосиков. Тут. Вот. Еще. Я Марзен Ильич. Я очень люблю изумруды, потому что я Андрей Житель. Вот. Еще Пиксель. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Риколит, вот. На самом деле, ты не один. Скин был у меня одному. Я не сломал, короче, вот. На самом деле, я высок. На самом деле, ты просто нубом. На самом деле, я высок, и Полинка маленькая, короче, все. Всем подписчикам привет, а всем Алабакидама. Не важно, короче, не сильно популярный, поэтому... Ну, чувак хорошо снимает. Да, если честно, хорошие видосики, вот, чувак, если ты нас смотришь. Нет. Нафига ему надо? Нафига ему нужно? Короче, если что, то скуби. Реклама! Короче, у нас как обычно, короче, такая дрянь деревенская. Короче, надеюсь, вам понравился наш самый натуральный плагиат реклама всего Ютуба. Все, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Натуральненький ютубчик. Всем пока-пока. Салям алейкум.